сейчас они будут делать очень страшный трюк, который называется кугель. Обычно, когда мы учим этот трюк, у партнерши сначала всегда очень сильно кружится голова. Так как он состоит из 3,5 оборотов в быстром темпе партнерши вокруг партнера. Сложность этого трюка в том, что там должен совпасть толчок партнера с толчком партнерши. Если партнер подтолкнет партнершу раньше времени, то он может не смочь ее перевернуть, она упадет на голову. А если он толкнет позже, то она просто с него скатится и возможно, тоже упадет на голову. Но у нас такого никогда не было. Сложность этого трюка еще в том, что партнерша должна держаться прямо. В тот момент, когда партнер перебирает по всему ее телу руками, чтобы смочь ее прокрутить. Не все партнерши могут держать ровно свое тело. Здесь тоже нужна определенная акробатическая подготовка и силовая.